А это не коты мяукают. А если тут же, например, лимончиком полить? Да нет проблем, вот место там, вот это. Мы откроем. Откроете вообще дом? Да. Форель, да, да. Свежий. Тропик с формонат. Это рыба. Вкусная, она не жирная. Только свежий. А надо, чтобы открыли, мы же дома не откроем или откроем? Если мы там дома несем, мы... Нет проблем. А вы их немножко скроете, потому что у нас наверное, мы откроем и сейчас пакет сделаем. Отлично. Тогда нам сколько одного рука выйти нет? А, еще это за эти? За острицы. За острицы. Давай вот рыбу побольше сделаем, чтобы... Большую вот эту. Вот эту. Какая больше? Вот эту. Ой, хапка. Да, пойдет. Очистить, а вы ее чистите? Да, да. Вот так держи, как сидит вот эта кромка. Хорошо. Давай. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Триченто грамм и квесто. Реально думал сначала, коты орут. Когда-нибудь видели, чтобы чайки мяукали? Ну, конечно, полностью отдадим. Ну, маленькую. Кормунчик модный.
Итак, вот устрицы уже у нас на столе. Лимончик. Сейчас нас научат, как это делать. Сольют воду, я так думаю. И мы купили под это дело вот такое шампанское просекко. Главное сделать это еще. Жевать не надо, да? Как там, Сереж? Раковину. Отковырнул раковину еще придачу. Ну и как? Прикольно. Вот теперь вот это к чему отнести? Куда это просто? Какой? Пластик. Органика. Органика, да. Сломали. Сереж, мы ждем, Сереж. Сереж, ты с нами? Ты с нами, Сережа? Слушай, это отковыривается вот эта часть. Вот эта вот белая штука отковырялась. Ну, вместе с этим. И да, и лучше так вот не глотать. Или, видимо, что-то я не так сделал. Или... Со второй будешь умнее. Да, просто я ее сильно, может, сковырнул. Да, да, пришла... надо лучше вот так оставить. Да. Вот. Я бы сказал, что это не то, что вкусно, не то, что невкусно, это удивительно. Let's do the breakaway. Get hot and shake away.